Я так понимаю, что наша встреча приурочена к выходу вот этого издания, которое... я так понимаю, что Колесников... Не суеверный, потому что 13-я книга, другой бы человек, в общем, подумал бы не выпускать вообще, ограничиться дюжиной. Это, как всегда, зависит от того, как считать, конечно. Потому что я так не считаю, что это... Мы считаем по штукам. Вы считаете по штукам, тогда это, наверное, там 100 тысяч 15-е. А вот если по штукам. А вообще, просто были первые две книжки, я Путина видел, и меня Путин видел. Но это из них, плюс еще какое-то количество заметок на основе этих заметок. Мне казалось, я сразу перебью, что она называлась «Я видел Путина», а не «Я Путина видел». Нет, ну этот великий анекдот... заключается в последней фразе «Я Путина видел». Да, ну так книжка называется, мне казалось, что она называется «Я видел Путина». Но это вам только казалось. То есть, а на самом деле она называется «Я Путина видел». «Я Путина видел», конечно. А вторая «Меня Путин видел». Я не являюсь автором ни одного из этих названий. Первое придумал Андрей Васильев, тогда еще главный редактор газеты. Да, «Коммерсант». И он же предисловие написал. А второе писатель Александр Кабаков. Он сказал, если первая называлась у тебя вот так, то вторая должна вот так. Ну все, пас. Я понял, что, конечно, так и должно быть. И вот вышло 6 покетов тематических, таких в бумажной обложечке, которые, если считать их за книжки, то 13-е. А вот это вот. А через месяц вот еще 14. Но нет, я и эти-то за книжки не считаю, понимаете. Может быть, это вообще вот первое. Вот. Я неправильно сказал я. Первое еще выйдет. Первое выйдет, но я не знаю, когда. Первая книжка про Путина моя, да. Это просто будет это не сборник будет статей, это будет просто вот действительно... Просто я не знаю, когда, но она обязательно выйдет. Но это по жанру, это фикшн или это все-таки какая-то публицистика? Что это? Я думаю, что это будет, как это сказать, по-высокопарни. Это художественная литература будет. Значит, все-таки, фикшн. Подождите, не фикшн, а... Художественная литература. Литература и художественная. Да, вообще это про любовь будет книжка. Но не к Путину. Не к Путину? Нет. Что, не любим Путина? Нет, я такого не говорил тоже. Просто в таких категориях про это не рассуждать. Любовь может быть, я вот уверен, я не знаю, как вы, между мужчиной и женщиной вообще. А к родине? Вот. Нет? Ну, это другое. Это другое чувство. Это уже не про любовь. Тут любовь и что-то еще. А вот чистая любовь, чистая, это мужчина и женщина.